В Нефтекамске ежегодно регистрируется около 400 новых заболевших раком. Большая часть пациентов, состоящих на учете, прошли курс лечения. Одним из показателей в онкологии является 5-летняя выживаемость. Считается, что если человек уже 5 лет прожил после проведенных курсов лечения, это значит, что человек излечен. В основном это те пациенты, которым диагноз был поставлен на ранних стадиях. Помогают не только ежегодные диспансеризации и профмедосмотры. В ходе них выявляется около 20% заболевших. Своевременное обращение к врачу при наличии хронических заболеваний, которые в итоге могут привести к раковым заболеваниям, своевременной санации вот этих хронических заболеваний и отказ от вредных привычек, само собой разумеется. При всех положительных показателях ежегодно по всей стране фиксируется рост онкологических заболеваний, в том числе и среди детей. На это влияют разные факторы. Всевозможные вредные производства, асбест, мышьяк, физический фактор – это значит воздействие ультрафиолетовых и ионизирующих излучений. И биологический фактор – это значит всевозможные инфекционные болезни и вирусы, которые при долгом течении заболевания, которые в итоге они могут перерасти уже в злокачественный опухолевый процесс. Медики настоятельно рекомендуют хотя бы раз в год проходить медосмотр и не впадать в отчаяние, услышав диагноз. Как говорят врачи, рак уже несколько лет не является смертельным приговором. Это возможно благодаря современному и своевременно начатому лечению, которое пациенты получают по линии ОМС. Марина Медвинская, Никита Кабанов, информационная программа «Ежедневник».